Добрый день, дорогие друзья! Сейчас у нас с вами будет такая небольшая тема. Из чего же все-таки делают ирландское кружево, вязаное кружево? Как же оно все-таки создается, это кружево? Из каких деталек? И хотя бы примерная технология. Вот смотрите, видите, у меня целая корзинка. Сначала мы вяжем вот такие вот всякие маленькие детальки. Лепесточек такой. Лепесточек такой, это вот к примеру, вот такой цветочек, вот такой цветочек, еще лепесточки, видите? Много-много-много вот таких разных деталей. Вот такой кружочек, например, связан. Да? У этого кружева вязаного непаханное поле, как говорится. Вы можете даже из квадратиков его создавать, ну то есть из любых-любых форм. То есть фантазия не имеет предела. Нет. Предела фантазии и жизни, честно говоря, не хватит на все эти фантазии, которые приходят в голову. Ну вот, видите, вот они. Вот так много-много-много-много-много. Много-много-много всяких разных деталек. Вяжется вот таким крючочком. И из ниточек. Вот они. Из ниточек вяжется. Ниточки, крючочек, ножницы. Иголочка для заправки ниток, иголочка, если вы игольное там делаете, сцепление. Вот смотрите, все это мы должны с вами соединить, чтобы получить вот примерно вот такое платье, которое... Это у меня самая первая моя работа, ей, наверное, уже лет 12. Сейчас мы вот это все соберем, что у нас в коробку, я вам покажу уже дальше. Вот, учиться не у кого. Поэтому где-то там в журнале что-то посмотришь, где-то там вспомнишь из детства, как тебя бабушка что-то там сшивать учила, где-то какую-то сетку какая-то, где-то кто-то в Ютубе что-то поделится, расскажет. И вот так с миру по нитке ты что-то и получается. В общем, я собрала вот это все. Мне главное, этот крючок не потерять. Он у меня один. Остался вот под толщиной этих ниточек. Я потом как-нибудь расскажу все подробно о толщине ниток. Потому что вот у нас магазин все для шитья. И я вам хочу сказать, очень трудно продавать пряжу, потому что вязальщицы, даже опытные вязальщицы, казалось бы, и среди них, оказывается, такой 50% не знают, как подбирать. Как определять толщину пряжи и как подбирать инструменты по толщину пряжи, чтобы получалось грамотное трикотажное полотно. И достигался тот эффект, который хочет мастериться. Сложили мы наши деталечки. Сейчас я их уберу. Ниточки уберу. Перейдем к платью. Ну, вот это вот платье, смотрите. Оно связано им уже лет 12, так точно. Это вот первая работа, которую я сделала. Честно вам скажу, им только полы не мыли. Это мерсеризированная нитка, 100% хлопок. Это не тот хлопок, который вязали наши бабушки, который надо было бесконечно крахмалить, чтобы он держал хоть как-то форму. В игольном кружеве, вот когда вы видели, там, наверное, воротники вот в английском стиле, в Эрмитаже, где-то еще на каких-то исторических фактах это картины. Разные. Вот. Вы там, наверное, видели, что торчат воротники. Они не так накрахмалены, как они вязались нитками, иглой. Иглой нитками. И нитка очень затягивалась. Конечно, они за счет вот этой вот технологии затяжки они имели такую стойкую форму. А здесь вот эта нитка мерсеризированная. Это новая технология, газопальная. Это еще вот наш кировский комбинат Санкт-Петербурга. Еще в советское время он использовал эту технологию при создании ириса, например, знаменитого кировского. И достаточно нитку постирать под утюг, и она, видите, что я с ней не делала, она будет держать форму. Поэтому, если вдруг вы будете вязать ирландское кружево, салфетки, то, что требует, чтобы держала форму, конечно, ищите только мерсеризированный хлопок. Сейчас попробую вам показать. Это платье хоть как-то чуть-чуть полностью, да? Чуть же я его достала, помусолила. Вот это у меня, по-моему, задняя его спинка.
А вот тут вот сейчас вперед. То помусолила, помусолила, так разверни его, хоть людям покажи. Вот. Ну, вначале я повешу фотографию на девушке, там будет на заставке видео. Вот видите, вот это я вот сочиняла сама. Это так было интересно. Это мне говорит, ой, какое тебе терпение. Вы знаете, это так интересно. Если оно интересно, то тут уже не терпение. Это удовольствие, наоборот. Это ну, вот так оно, видите, все так на кровати я разложила. Вот так оно примерно смотрится, это платьице. Очень приятное к телу. Вроде бы вот на руку жесткий, кажется, хлопок. На самом деле он к телу, просто как будто твоя вторая шкура. Как будто на тебе вообще ничего нет, только кожа твоя. Настолько вот хлопок, он стопроцентный, высокого качества. Настолько он прилегает. Поэтому, если вы трогаете на руку хлопок, вязаный из хлопка, из мерсеризированного какого-то изделия, и вам кажется, что он жесткий, не бойтесь, оно не жесткое. Оно на теле будет самое то. Видите, вот тут я сочиняла какие-то вот как бы ягодки, ассоциацию делала. Здесь кружочки. Вот здесь я сделала как бы ассоциация с виноградом. Мне так нравилось. Кружочков понаделала, понавязала. И вот такая у меня была ассоциация с виноградом. Видно? Очень интересно это все занятие. Вот. Сеточка тогда совсем не умела делать. Но ничего, справилась. В принципе, это не суть. Сетка, все с ней так носятся, честно вам скажу. Если вам хочется, вы связали детальки, соедините их аккуратненько. И носите себе в радость, с удовольствием, это платьице, кофточку. Все, что вы захотите себе связать. Я на своих уроках вам все, что смогу, покажу. Поделюсь всеми своими наработками, которые у меня есть. Потому что многие люди... Это просто такое душевное утешение, вот творчество, я вам хочу сказать. Когда весь мир уже, казалось бы, против тебя, когда весь мир, казалось бы, тебе не интересен, ты миру не интересен, когда руки опускаются, все вокруг. Ну, вот куда-то плывет, и Бог с ним, и уже и жизнь как бы неинтересна. Тут, конечно, Господь нам дает рукоделие. Ой, и мы начинаем создавать, и мы забываем обо всем плохом. И мы в мир уходишь какой-то, мир сочинения, создания. Очень интересно это все. Это такой... Все-таки человек создан действительно для творчества. Творец, как говорится, по образу и подобию человек создан, да? Самое главное, творец, человек действительно творец. Когда он что-то... Вот любой, уже маленький ребенок, вы вспоминаете детство или своих детей маленьких, которые у вас есть, внуков, детей, знакомых. Вот он слепит что-нибудь, даже куличик из песка. Он съест мороженое, съест и пошел. Ну, съел, съел. Ну, доволен, съел, да, съел мороженое. Доволен, вкусно, вкусно. Повернулся ребенок и пошел. А вот куличик из песка ребенок слепит на берегу моря. Боже мой, сколько счастья, сколько радости. Все посмотрите, он хочет поделиться этой радостью, этим своим созданием. А что там из песка какая-то горка? И всем ведь нравится. Ведь мы не притворяемся, когда мы смотрим, что вот опять какое чудо. Смотрите, он поднимает ведерко, и этот песок держит твердую форму. Да, конечно, ту радость, которую нам дарит творчество, спасибо Богу, что он нам дал это, не обделил нас. Вот этим счастьем творить, конечно, я во всяком случае ни с чем больше не могу сравнить. Вот. Ну вот моя такая была первая работа. Вот листики, кстати, вот эти я вам показывала в первых двух своих видео. Тут они у меня такие большие, лошади еще, у меня опыта никакого не было. Ну ничего, ну что, что лошади. Тоже еще, кстати, смотрится в стиле в таком примитивизме, такого смотрится очень даже ничего, очень даже неплохо. Скажу я вам, в всяком случае, профессиональные художники, никто из них не фэкнул, наоборот. Им очень даже понравилось, приглянулась вот эта вот такая домотканность какая-то. Так что вот так, народ, дерзаем, творим, учимся, наслаждаемся творчеством.
До свидания, до новых встреч. Надеюсь, что они будут и состоятся.